Ну что ж, продолжим. Я напомню, что если вы смотрите этот стрим, пожалуйста, подпишитесь на мой Twitch канал и напишите что-нибудь в чатике. Если вы посмотрите это видео на YouTube, подпишитесь на мой YouTube канал, поставьте лайк, оставьте свой комментарий. И подписывайтесь на мою телегу, там я выкладываю уведомления о стримах. Что ж, библиотека закрыта? А, не, подожди, не закрыта, вон тут еще что-то есть. А, блин. А, подожди, в это что-то мы сможем попасть только вот отсюда. То есть, получается, нам пора идти вот к этим воротам. Ну, пойдемте. А, нет, надо снизу. Я понял. Ой. Снизу так снизу. Так, тут уже все открыто, все хорошо, все замечательно. Давайте и тут сразу откроем. Ты охренел? Вот, другое дело. И больше не закрывай. Ну да. А, ну я здесь уже бродил, помню. Так, пойдемте сюда. Подожди, а это что такое? А, это нам, чтобы вниз попасть. Окей. О! Я здесь! Отец, ты можешь меня найти? Постой! О! Друг, ты меня видишь? Ты словно камень, скачущий по воде. О! Как ты... Как тебе вообще такая аналогия в голову пришла? Знаю. Мир вокруг меня постоянно меняется. Что с тобой случилось? Где твой отец? Он был рядом со мной. Я слышу голос отца, но он все тише. Помоги. Меня снова затягивает. Помоги! Соберись, успокойся, подчини эту силу. Помоги! Помни, что сила служит тебе. Какой рассудительный у нас Аргон стал просто с каждой пройденной локацией. Угу. Так, ну тут мы уже были, да? Да, я помню. О, господи. Чисус. Ой, их двое! Блин, их двое. Достали. Ну идите сюда. А чего там стоите? Сюда идите, говорю. Блин, попьем водички. Так, один есть. А где второй? А где второй? Я заварил, что ли, второго? Странно. Должен был быть второй. Может, он там упал куда-нибудь, идиот? Нет. Просто чел пропал, и все. Ммм.
Ладно, допустим. Что это за звук? Гарпия? Возможно. А, надо было слева это сделать, точно. Да, тут, по-моему, сейчас гарпия появится. Так, слушайте, 4200, давайте как бабки зайдем. И надо еще к этой Кахеве добраться, чтобы добыть необходимый камушек. Ой, чтобы отдать ей камушек необходимый. Так, хочешь ли ты со мной о чем-нибудь поболтаться? Привет, Саргон. Нет, подсказку мы не будем. Что-то изменилось. Земля затряслась. Звездные стражи пробудились. Это мой второй шанс все исправить. По-настоящему понимает время только Симург. Далеко не все удастся обратить вспять. Я должен попытаться. Так. Заходи, заходи. Обрести второй шанс можно. Ясно. Как необычно сияют края моих амулетов. Звездные стрелы ослепляют энергией Атры. Ты их чувствуешь? Да. Это редкий дар. Отнесись к нему с уважением, воин. Отнесусь. Так. Что теперь? Блин, 14 сексов. Может быть, к этому дойти? Помощнику. Так, что у нас получилось? А, ну да-да-да, тут всякие целебные зелья. Да, наверное, мне это пока ничего не надо. Я пока хочу сделать упор на атаку. Ну-ка, Кахева. Моя атра наполняет кузницу огнем божественной энергии. Земля затряслась. Слышишь ли ты этот гул? Тот самый гул, что вызван моей кузнице и к тебе. Аж взывал. Прошу прощения. Эта руда позволит обрести невероятную мощь. Божественная энергия. Сила богов. Это не просто сила, смертный. Это озарение. Чтобы найти объект, изучающий Атру Бога, нужен дар. Эта вещь предназначена для тебя. Так. Открыт новый амулет. Щит Митры. После успешного парирования возникает маленькая сфера времени, замедляющая всех попавших в нее врагов. Вы можете надевать амулеты у древа Вак-Вак. Хорошо. Благодарю тебя и твою кузницу. Ты привлек мое внимание, воин. Немногие из твоего рода удостоились такой чести. Годится. Добро пожаловать. Хочешь выковать что-нибудь? А еще с тобой можно поболтать? Я чувствую энергию Аждахи. Что случилось? Способ изменить время. У тебя есть такая возможность? Значит, даже я не обо всем знаю. Такие вот мы. Особенные. Так, стрелы нафиг. Уменьшает урон атак. Подумаем. Да, вот эту хрень купим уже наконец. А, эту хрень надеть же надо. Ой, отстой. Так, о, тут еще долго.
Ну, кстати, дополнительное здоровье. Заксеркс. Давайте. Бабах! Хорошо. Так, что еще? Павлин, широко размахнувшись, выпускать и атака. Этим я не пользуюсь. Огненные стрелы. Хм. Угу. О, ну-ка. Увеличиваю здоровье при успешном парировании. Ну давай, ладно. Бабах. Хорошо. Еще увеличиваю здоровье. Не-не-не, подожди. Так, это нам не нужно пока. Ощутимо усиливает атаки в ближнем бою при полном здоровье. Это мы даже не носим, насколько я помню. Так, урон Ватру. Так, успешное парирование возникает среднего размера сферы. Подожди, а где был зубик? Я зубик типа... А, вот он, да. Значительно восстанавливает здоровье. Давайте вот его улучшим. Дыщ! Хорошо. Ага, и это максимум, на что можно было его улучшить. Так. Серксиков можно еще купить. Окей, давайте посмотрим. Давайте дойдем до этого. До древа. И посмотрим. Что там по амулетам? Угу. Так. Голосование плюс 2. Плюс 2. Плюс 2 это, видимо, максимум, да? Хорошо. Так, еще вот это надето. А, ну это не надо улучшать. Это у нас и так улучшено. Увеличивает силу обычных ударов мечом. А, тоже плюс 2. А, ну то, что нужно было улучшить, я улучшил. Все ясно. А что еще у меня надето посередине? Я вижу 4 амулета, а что это за средний амулет? Ну... Видимо, он просто есть. Так, хорошо. Может, это что? Так, блин, я его, если надену, вот вместо него, но я тогда не буду бить. Буду парировать. Не, удар мечом мне как-то поинтереснее. Как-то поинтереснее. Ладно, допустим. Ну, получается, бабуль, Welcome. Я у тебя могу Welcome. Улучшить вещички. Слегка увеличивает. Но стоит копейки, так что давайте сделаем это дело. Так. А, блин, теперь я не могу это улучшить. Щет. Так бы было у меня уже... Там не 4, а 5 флаконов. Или не 3, а 4. Ну ладно, сам виноват. Давайте действительно сделаем улучшение, прокачаем. Не до максимума, так хотя бы на двоечку. Еще можем улучшить. Ну давай, давай. Все в хипе. Все в хипе. Ага. И это все улучшения.
Допустим. Ну что ж, теперь мы можем спокойно нестись вот сюда. Что там? Что это такое? И там наверху что-то есть. А, там сундук. Я теперь могу сундук взять. Нет, не здесь, а где? А, вот тут, по-моему. Не, подожди. А как туда попасть? Я хочу туда попасть. Что это там за место за такое? Так, подожди, подожди. Вот где. О, ты кто такой? О, Артабан. Саргон. Бахрам заметил людей Анахиты и отправился за ними. А я не могу идти дальше. Здесь время течет иначе. Рассудок обманывает меня. Я не могу отличить правду от иллюзии. Артабан, спасибо за честность. Значит ли это, что ты отступаешь? Я не намерен сдаваться. Я буду служить до последнего вздоха. И если Анахита переметнулась на сторону врага, тебе необходим напарник для тренировок. О, а о чем еще можно поболтать? Я видел, как идут мимо наши друзья, один за другим. Но они были другими. Боюсь, глазам уже нельзя доверять. Я чувствую, что ничего не понимаю. Типичный дед. Все мы немного, Артабан. Так. Ну-ка. Мне даже интересно. Так. А, так тебя не разнести, типа? А если я хочу закончить? Не, ну окей, а если я хочу закончить? Кехом. Как закончить-то? А, вот. Продолжить, повторить, выйти. Ну, давайте посмотрим на испытания. Узнайте о том, что такое основные атаки и как их нужно использовать. Награда 50 кристаллов. Ну-ка посмотрим, что это такое. Давай разомнемся и повторим азы. Снова азы? Не навык делает из тебя мастера, а идеально отточенный навык. Займи позицию. Покажи, как создаешь цепочки наземных атак. Так. Окей. Серьезно? Какой я молодец. Очень хорошо. Всегда помни, что ты можешь перенаправить следующую атаку. Последним ударом ты отбросил противника, и твоя цепочка атак завершилась. Размах оружия вблизи против мелких врагов. А потом ты можешь связывать атаки в цепочку. Цепочку. Окей. Не понимаю. О, а я не знаю, что такая штука есть. Это типа подсечка. Прикольно. Я не знал, лол. Окей, хорошо, возьмем на заметку. Лечащий враг не ответит ударом на удар, пока не встанет на ноги.
Пользуйся этим. Идеальный способ помешать шустрым врагам. Помни, что проводя любую атаку, ты двигаешься вперед. Если хочешь сохранить дистанцию, используй размах, чтобы остаться на месте. Окей. Пока что приятные испытания. Это не в твоем стиле, но бывают ситуации, когда такие меры предосторожности очень нужны. Осторожничать? Зачем? Я именно об этом. Успех. Вот такие испытания по мне. Броски. Уникальные атаки, подбрасывающие врагов. Давайте посмотрим. Наверное, это будет L вверх. Помнишь, что я сказал тебе по подбрасыванию врагов в воздух? Летящий враг не ответит ударом на удар, пока не встанет на ноги. Хоть что-то ты запомнил. Давай-ка повторим. Восходящие атаки. Или можно поразить цель над тобой, а также подбросить стоящего на земле врага в воздух. Но учти, что одна и та же восходящая атака, проведенная два раза подряд, теряет свою эффективность. Ты можешь использовать восходящую атаку как часть серии атак на земле, но убедись, что ты можешь достать врага. Годится. Проводя после этого другие атаки, ты продолжишь цепочку. Рашабар, запомни, что даже постоянные порывы ветра могут рассечь гору. Удра. Переходим к скольжению вперед. Оно дает преимущество во время атаки. А, это я помню, да. Это мы помним. Я люблю подобраться поближе. Теперь давай объединим все это. Догони врага в воздухе после восходящей атаки. Ой. А, понял. Блин. А-а-а! Прикольно. Ну прям, я даже не знаю. В пылу сражения я вряд ли смогу такое использовать. Мне не хватит реакции. Использую разные восходящие атаки. Если применить одну и ту же два раза подряд, она даст более слабый импульс. Понял? Успех. Так, ну давайте воздушные и пока закончим. Потом еще вернемся. А теперь твои любимые акробатические приемы. Готов к следующему? Я всегда готов. Ты знаешь про комбинации в воздухе, но есть и другие приемы. Попробуй поразить летающего врага. Без проблем. А! Какой враг. Третий враг был для меня непрост. Легко. После этого приема нельзя связывать атаки в цепочке, но он иногда может тебе пригодиться. Еще можно целиться во врагов, которые прямо под тобой. Учитывай, где ты стоишь.
Поехали. Ой. Прости меня, скелетик. Вот тебе и новый способ подбросить врага. Чтобы не отбрасывать врага, а подбросить его еще выше, используй комбинацию атак в воздухе. Да блин. Прикол. Ну, это прям будет тяжко в полусражении делать такие вещи. Очень полезный прием. Позволяет сэкономить время или бросить врага в опасное место. Если тебе очень захочется, ты можешь также бросить врага оземь. Баба. Да блин. Красиво, конечно, но сомневаюсь, что я смогу так делать. Стандартные 3 икса мне в помощь. Если после этого я помчусь к земле, то смогу атаковать дальше, пока враг еще не встал на ноги. В этом ты разбираешься лучше меня. Я слишком стар для кульбита в воздухе. Хм, очень смешно. Да. Остальное потом. Так, ну-ка, что это у нас тут такое? Взять! Слиток дамаск из стали. Это очень хорошо. Да ладно. Не-не, подожди, я не верю в это. Тут стена, тут невидимая стена, невидимый потолок. Не одобряю. Так, а что же у нас вот тут такое? Мне прям интересно стало. Там какой-то восклицательный знак появился. Идемте скорее посмотрим. Это очень важно. Так, давайте сохранимся, чтобы у нас... Не знаю. А то вдруг прогресс пропадет. Ишь ты что удумал, подлец. Так, ну-ка. Прикольно. Это типа за все эти штуки, которые я насобирал? Ну блин, здорово. Открыт новый амулет, святой огонь. Слегка уменьшает урон при горении. Это мне не так важно. Вот это очень хорошая штука. Осталось всего лишь одну, чтобы получить хпшечку. Так. Царь убит, ибо так повелевает судьба. Симург. Принц. Проклятые ветры дуют над полем боя. Двое принцев стали бессмертными. Принца пешку увели силой. Преданность испытана. Темные сердца раскрыты. В царстве разбитых воспоминаний пересеклись эти три жизненных пути. Силы обретены, силы утрачены. Истинные сущности раскрыты. Судьба обрекает одного из принцев на смерть. Так, ну смотри-ка. Треть пророчества уже раскрыта. Так, сколько тут? Раз, два, три, четыре. Да, четыре пятистейших, как это называется, не знаю.
Надо еще открыть. Два уже открыты полностью. Ну, хорошо. И весьма неплохие призы мне за это дали. О, ну-ка давай-ка с тобой подеремся. Ай, глупость совершил. Ай, ай. О, получилось. Наказал, наказал негодника. Теперь уже наказываю как царь. Боже, я помню, как я от него страдал. Когда только-только начинал эту игру. Все-таки определенный опыт чувствуется. Так. Ой, ну пойдемте. Вот сюда. Итак, нам, значит, на лифт, насколько я помню, да? Да. Покатили, покатили. Ой, смотрите, там еще какой-то город. А, офигеть, какой здоровый город на самом деле. Где-то вот тут. Что происходит? Ну, допустим. Но нам надо вот сюда. Вот сюда, я помню, мог забраться. А, да, смотри-ка, вот тут, кстати, нету этих штук. Здесь только с даблджампом я мог пройти. Но теперь у меня есть возможность идти дальше. И это просто восхитительно. Что, лучничек? Теперь ты не чувствуешь себя в безопасности? Ха-ха-ха. А, подожди, там что-то справа есть. Давайте-ка сразу это что-то заберем себе. И кристаллики, конечно же, тоже заберем. Все заберем. Все мое. А, тут ничего нет. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Так, вот мы, собственно, и прошли. И сейчас, судя по всему, идем в другую локацию. Сейчас я к вам приду. Нифига себе, он до меня добрался. Величие царя Дария. Царь царей Дарий был избран Симургом. Царь царей Дарий олицетворяет волю богов. Его слово – закон. Царь царей Дарий расширял границы государства. Царь царей Дарий приветствовал ученых всех специальностей в этих стенах. Царь царей Дарий унифицировал весы и меры, чтобы упростить торговлю между народами. Царь царей Дарий начертил карты суши, морей и неба. Царь царей Дарий построил дороги от одного края страны до другого. Царь царей Дарий подарил мир и процветание всему государству. Пусть мудрость царя Дария вечно озаряет персидский народ. Пусть его имя эхом разносится всюду, от далеких уголков Мисра до берегов Инда. Да будет так. Да будет так. Угу, там у нас деревцо, да? Ну, видимо, здесь я могу наверх подняться и навалять этим щеглам. Ай. Что такое? А я до тебя добрался, скотина. Фига, он сильный, кстати. Ой-ой-ой, что здесь происходит?
Пошел. Так, это один раз только делает тогда. Хорошо, допустим. А, во, открылось. Нет, не открылось. Блин, тупанул. А, еще выше надо подниматься, лол. Ну хорошо, хорошо. Сейчас еще выше поднимемся. А зачем вот эти платформы, которые близкие? Странная хрень. Ать. Опа. Это ты зря сделал, дружище. Блин. Офигеть, вас здесь. Фига себе вас тут. Мне вот что-то вообще не кайфово с вами. Ай. Ну-ка, давай-ка я попробую в тебя обратно запустить это говно. А что случилось? Вот так вот. Ой. Глупец, Максончик, глупец. Что я делаю? Я не понимаю смысла этой штуки все равно. Очень странная хрень. О, тут есть эта штука. А, но мне ее не взять. Блин. Что ты, где ты-то? А, вон ты где. Иди сюда. Нифига себе. Вообще не круто, у меня хп почти... А, ну хотя нет, у меня полный столб. Тем не менее. Походу я не попадаю по нему, да? О, все, перестал. Значит, попадаю. Не будем спешить. Куда нам? Зачем нам? Опа. Так, ну я надеюсь, теперь та штука открылась. Эть. А, мне в любом случае надо, получается, на платформочку, да? А вот и платформочка подоспела. Да, вот она открылась. В небе исчезает Бокси Мурк. А мы открываем шоткат. Не, ну погоди, ну можно же, наверное, можно же. Нет, тоже не то. Ну хочется. Во, годится. Совершенно бесполезная хрень, ну да ладно. Так, а нам наверх, судя по всему. Ну или можно еще вправо, но хочется наверх. Ну очень хочется. Ой. Я, по-моему, по нему не попадаю просто. Блин, ладно. Где дерево долбанное?
Оно бы мне сейчас было очень кстати. Да выёживался. Ах. Так, нет, эта штука меня вроде как не цепляет. Вот оно, деревце, ну, наконец-то. Мы смогли. И это прекрасно. I've been here so long, alone, just waiting. Я здесь уже слишком давно, в одиночестве. Просто жду. So many strange sounds. Так много странных звуков. I knew the king before King Darius. Мне знаком царь, кто правил до Дария. What was he like? Каким он был? Very different than Darius. He enjoyed war. Совсем не таким, как Дарий. Он обожал воевать. Well, I understood King Darius. Насколько я понял, царь Дарий был одаренным стратегом. Yes. Да, но воевать не любил. Договоры приносят больше успеха, чем копья. Это правда. С этим я согласен. Это я поддерживаю. И шо? И шо нас тут ждет, интересно? Да почему? Как хорошо, что тот ко мне не подходит. Получилось весьма неплохо. Блин. Да блин, надоел. А как? О. Что ты? Охренеть. Что-то с этим посложнее как-то. Тут как-то так легко отъехал. Да ты надоел. Ух, это было неприятно. Это был неприятный момент. Они, я так понимаю, сейчас возродятся, да? Давайте проверим этот момент. Кто-то мне подсказывает, что да. Но, тем не менее. Хотя, не, подождите, там же был... Там же закрылись двери, типа, да? То есть, может быть, это было что-то типа мини-боссов. А, все, нормально, их больше не будет. Ну хорошо, блин. Я бы задолбался каждый раз с ними драться. Так, водичка у нас тут какая-то. Все дела. Ой, так, сейчас, секундочку. Давайте-ка стоп-старт сделаем.